Сегодня у нас необычный блог. Мы будем кормить уток батоном. Место действия — река Пирита в Таллине. Вот с таким вот красивым пейзажем. Но нас интересуют утки. Вот эти вот. Вот их-то мы сегодня и порадуем. Существует легенда о том, что уток вредно кормить батоном. Однако эти утки так не считают. Батон им явно очень нравится, и они довольны. Так что, если хочешь, сегодня покормим уток вместе с тобой. Хочешь? Тогда смотри. Thank you.
Эй ты! А ну положь на место. Утки пытаются атаковать меня и утащить батон. Так не пойдет. Еще и постоянно атакуют друг друга. Знаете. Ты же это не проглотишь. Вот такая веселая сегодня была развлекуха. Хочешь немного счастья, просто возьми батон и найди уток. Если они меня сейчас не съедят. Все, утки. Больше есть нечего. Ладно, я сейчас попробую еще что-нибудь вытряхнуть. Там, видимо, пошла драка за последний батон. Все, батон кончился. Пока-пока. Похоже, что утки пытаются найти у меня еще что-нибудь. Все, на этом мы с вами попрощаемся. Лайк, подписка, ну ты понял.